Всем привет! Меня зовут Александр. И сегодня мы рассмотрим такие приманки для ловли хищной рыбы, как жерех и окунь. Мы выбрали свой топ приманок. Это будут пилькеры, блесна, цикады и спиннербейты. Эти приманки как новинки, так и топовые, которые показали себя хорошо уже в работе. Жерех, что это за рыба? Это рыба, которая держится быстрее, это хищник, который питается мальком. Как правило, обитает в верхних и нижних, в средних слоях водоема. Жерех – это стая, которая охотится, окружает малька, выдавливает. И часто мы можем видеть так называемый котел, где вода бурлит, активно кормится хищник. Крупный хищник бывает и одиночка, который держится как бы в своей коряге, где-нибудь там в омутке, периодически всплывая и атакуя свою жертву. Зачастую, как говорят, жерех хлюпает. Крупный жерех типа глушит малька, атакует, хвостом бьет, а потом собирает уже оглушенного малька. Жерех – рыба осторожная. Зачастую требуется дальность заброса 78 метров. Стандартными спиннингами можно ловить жереха на перекатах, небольших речушках, приманками, которые мы сегодня рассмотрим. Первая приманочка от фирмы Savage Gear – это пилькер. Длина его почти 7 сантиметров и вес 15 грамм. Эту приманку хорошо использовать на быстром течении. Приманка достаточно далеко летит. Благодаря своей длине крючок ассист и тройник не цепляются, не путаются. Плюсы этой приманки в том, что помимо классической проводки, ей можно также ловить джиговой. Делать паузу, опускать на дно и обычными стандартными подбросами делать проводку. Качество 3D-шной покраски. Приманка играет полным спектром различного цвета. Очень хорошо, что модели есть от 3 грамм и выше. Самые вот рабочие, которые используем, 8-15 грамм. Выбор приманки зависит от условий лова, дальности заброса, а также от снасти. Тяжелая снасть или лайтовая снасть. Следующим мы рассмотрим блесну от Savage Gear. Вид Blade, вес 14,5. Блесна сделана в форме цикады. Имеет три точки монтажа. Достаточно острые, мощные крючки. При монтаже на первую точку блесна будет играть менее размашисто. При монтаже на самую крайнюю точку блесна будет совершать более резкие и амплитуды и колебания. Очень реалистичная раскраска головы. 3D-шные глаза, прямо как натуральная живая рыба. Посмотрим, как приманка ведет себя в воде. Есть первый улов. Отличие от предыдущих моделей пилькеров в том, что здесь выполняется обычная классическая проводка в толще воды. Джиговой проводка не рекомендуется, так как, ну, вероятнее 100% зацеп. Следующая приманка от Savage Gear Fat Test Spin. Это своего рода спиннербейт с одним тройным крючком. Длина этой приманки 6,5 сантиметров. Даже при небольших габаритах вес ее составляет 16 грамм. Приманка оснащена достаточно мощным острым тройничком, а также лепестком на вертлюжке. Классическая проводка. И также можно выполнять джиговую проводку. Посмотрим, как ведет себя в воде. Из-за хорошей развесовки приманка достаточно активно играет в воде. При проводке отдает в руку. Чувствуется, что приманка работает. Лепесток заводится с первого вращения рукоятки катушки. В чем преимущество этой приманки? Помимо визуального наблюдения рыбы и атаки, лепесток создает вращательные колебательные движения в воде, чем провоцирует рыбу на атаку. И рыба помимо визуального чувствует колебания в воде своей боковой линии. Приманка очень реалистичная. Это новинка 2021 года от Savage Gear. Следующая на обзоре приманка от Дайвы. Silver Creek Minnow. Модель тонущая. Предназначена для ловли хищника на перекатах с глубиной там, метр плюс. Оснащена достаточно тоненькими острыми тройничками. Благодаря чему будет качественная подсечка, пробивка челюсти хищника. Лопатка выполнена
в треугольной форме и с резким срезом снизу, благодаря чему приманка на струе играет более размашисто. Высокая прогонистая форма предотвращает срыв приманки при проводке на винта. Посмотрим, как приманка ведет себя в воде. Проводка классическая, без каких-либо пауз. Приманка заводится с первой вращения ручки катушки. Расцветка приманки выполнена в более матовом цвете, меньше блесток. Хорошо будет работать в солнечную ясную погоду. Не будет бликовать и пугать хищника. Следующая приманка Diver Crusette. Это классическая блесна. С внутренней стороны серебро, снаружи 3D покраска. Крючок одинарный. Вес этой приманки 10 грамм. Достаточно тяжелая прогонистая блесна. Проводку можно осуществлять как классическую, так и с паузами, в том числе и джиговую. Летит уверенно, далеко. При своих размерах 10 грамм. В воде видно, как играет, переливается. Рассмотрим модель от Дайвы. Блесна Prorex. Выполнена в форме цикады. Имеет также три классических отверстия для крепления. В комплекте приманки идет лепесток на вертлюжке, который монтируется через заводное кольцо. В чем преимущество этой приманки? Скажем так, это приманка 2 в 1, где классическая цикада совмещена с небольшой вертушкой. Эта приманка будет очень хорошо работать по активному окуню. Следующий уже готовый монтаж от фирмы Зимородок. Самый используемый народный метод. Поводок с пуговицей, с двойником. Выше на поводке расположен поводочек с мухой коза на двойнике. В комплекте идет удобный мотовило для хранения и перевозки. Хороший выбор, соотношение цена-качество для начинающего рыболова. А также при ловле на закоряженных каменистых местах, где происходят частые обрывы. Дополнительные стримера, мухи для ловли жереха и окуня. Располагаются на отводном поводке выше основной приманки. Получается, как бы более крупный малек гонится за более мелким, чем провоцирует хищника на атаку. Зачастую атака происходит сразу двух рыб на две приманки. Ну и самая распространенная блесна Maps Anglia Long. Всегда есть в наборе любого рыболова. Anglia Long обеспечивает дальность заброса и хорошую проводку. Почему мы выбираем лепесток модели Long? Лепесток должен быть вытянутой формы. На течении будет работать стабильно, хорошая будет проводка, завод лепестка. Если же возьмем блесну с более круглым лепестком, то проводка будет тяжелая. Такое ощущение, как будто там или мелкая чехонь, или зацеп, будет некомфортный. Блесна будет работать как бы с нагрузкой. Поэтому надо при ловле на течение, на струе, где держится хищник, жерех, выбирать блесну с продолговатым лепестком. Каких-либо знаний по анимации проводки не требуется. Забросил, и классическая равномерная проводка. К этой блесне вот как раз можно добавить на отводной поводок дополнительную муху-козу. Ну что, мы рассмотрели всю линейку, выбранную наших приманок. Пишите свои комментарии, задавайте интересующие вас вопросы. На этом все. Не хватайте чешуи.